тебя искать. Где солнце? Облака. Смотри, Мишка, ты Мишка? Сейчас сторонний, Юра. Опа, молодец! Я просто, когда его кормлю, я ему... Ну, чтобы не подкружил. На одну дело. Все, поедешь, Маша? Видишь, ты отца? Да, сейчас делаем Машке. Папа пусть рядышком. Что, не очень, папа? Да, папа, да, папа, да, да, не тебе. Тут тоже бабушка одна. Шапку зовут Гоша. Гоша, это Гоша, это Гоша. А тебя как зовут? Нет, нам какой, куда у нас? А, то они нам вообще так-то. А мы танцы на них девочки. У девочки, а да, очень интересно. Азербайджанцы. Азербайджанцы. Чистый. Ты куда? Лошадка. Лошадка, да. Как зовут тебя? Тебя как зовут? Мария. Лошадка. Маленькая, Гоша его живот. Лошадка. Лошадка. Работал. Момент изоляции. Сегодня первый день работы. Жизнь. Че смеетесь? Это хороший Гоша. Марш! Марш! Он еще не любит, когда чужие вот тут вот с этой стороны ходят. Только с левой. Вообще хороший день, слева же там нет. Он не испугается? Ну вообще, всегда такой прям бывает, если на нас ходит. Что он будет? Лошадка, лошадка. А, там дерево. Это сосны, да? Воздух хороший, да, Мария? Прям просто вот так сильно не летят. Ой, ой. Папа боится. Я боюсь. Ладно. Я просто... Успели, нет? Ну давай еще попробуем. Вы его вот так вот держите крепко-крепко. Он никуда не убежит. Сюда бумажка. Мусор, бэ. Мусор, где мусор? Бэ, дай вон, сюда, выкинь мусор. Мусор выкидывай. Дай папе выкинь, папа мусор. Пойду. Мусор выкинь. Корхтанза. Испугалась? Испугалась? Корхтанза. Еще хочет? Испугалась? Да. Страшно? Помощь! Сейчас спасать! Спасать!
Спасать кого? Кого спасать хочешь? Вот. О, аккуратно, аккуратно, мой. Вот. Опа! Я...